Здравствуйте, Александр. Две вещи мне нужны, чтобы не выделялся пробел и знаки препинания. Но, как-то глупо писать отдельный скрипт, который будет это убирать. И чтобы не выделялось два слова подряд. Ну, то есть, если здесь пробел будет, не будет выделяться, то, собственно, это будет два разных слова, и это все, что надо. То есть, тут как бы одна проблема имеет две разновидности. При этом, если слово записано через тире, то это считаем как одно слово. Вот и все. Какие еще примеры привести, даже не знаю. Спасибо.